Всех приветствую, продолжаем знакомиться с интересными людьми, актрисами. Мэйбл Эдриэн Моррисон, американская сценическая актриса начала 20 века. Вышла замуж за актера Ричарда Беннета, от которого у нее родились три дочери, которые позже тоже стали актрисами. Я пользуюсь переводной Википедией. Родилась актриса 1 марта 1883 года. Была дочерью актрисы Роуз Вуд и актера Льюиса Моррисона. Ее происхождение по линии матери сделало Моррисон седьмым поколением английской театральной семьи. Моррисон впервые появилась на сцене в возрасте 6 месяцев, когда мать держала ее на руках во время постановки «Сверчка у очага». Получила образование в монастыре Святого Гавриила и в монастыре Святого Сердца, прежде чем вернуться на сцену в 14 лет, чтобы изобразить Джульет, так написано в Википедии. В 1905 году появилась в роли Натью Рич, коренной американки в пьесе «Мужчина сквоз» с Уильямом Фавершемом. Выступала в «Поврежденных товарах», «Гамлете», «Любви за любовь» и «Прислуга в доме». Ушла из театра в 1926 году, но ненадолго вернулась в мае 1940, чтобы появиться в «Серой ферме» в театре Хадсона. С 1930 по 1932 год Моррисон руководила Children Players, труппой взрослых актеров, которые ставили пьесы для детей в районах Нью-Йорка, Коннектикута и Нью-Джерси. Моррисон и актер Ричард Беннет поженились в Джерси-Сити 8 ноября 1903 года, но она сохранила свою девичью фамилию. Их дочери Барбара Беннет, Констант Беннет и Джоан Беннет все стали киноактрисами. В апреле 1925 года она и Ричард Беннет развелись. 19 января 1927 года она вышла замуж за Эрика Пинкера, драматического и литературного агента, сына Джеймса Пинкера. В этом браке детей не было, но он продолжался до ее смерти в ее квартире в Нью-Йорке от сердечного приступа в 1940 году. Была похоронена на семейном участке на кладбище Плезант-Вилли в штате Коннектикут. Ну вот так, вкратце, данных не очень много о американской сценической актрисе начала 20 века Мэйбл Эдриэн Моррисон. Пока-пока, до свидания, смотрим фото.